Российскую компанию Bright & Quick поймали на обмане покупателей. Она называла смартфон BigU Blade самым тонким и самым легким. Компания Xiaomi презентовала два новых устройства. Смартфон с двойной камерой Redmi Pro и первые ноутбуки Mi Notebook Air. Россиянин собрал 145 покемонов в Pokemon Go. Студент из Петербурга побил мировой рекорд. ВКонтакте выпустила аналог Призма. Приложение Винчи тоже преобразует фотографии. Белорусы создали необычный чехол для смартфона. Он поможет защитить владельца от прослушки и слежки.